Господи, этот мост сейчас не упадет? Я узнал слишком много. Бран. Что? Можно сидеть. Да. Просто ходить. Тот человек, который слишком много знал. А, вот. И мы едем. Да. Проехали только что Тергачи. Стеллу Тергачи. Вход в Тергачи. Наверни мне телефон для навигатора. Да. Хорош. Можно немножко натянуть. Он не должен провисать. То есть я поставила должен не провисать. Да. Меня зовут Рыжуля. Прям тянуть на себя не нужно, но он провисать тоже не должен. Где-то вот на этом уровне. Не надо их ложить прям. Да, чуть-чуть. Да, и большие пальцы вверх. Ну не вот так, вот так. Вот это вот прям. Да, да. Так, ты что? Да, да. Да. Все, хорошо. Остальное как на велосипеде. Направо повернуть. За правый повод тянем, налево за левый повод тянем. Хорошо. Так, пока вы можете потренироваться, я скажу. Здравствуйте. Все. Куда мы идем? Ой, она идет, что будет. Надо. Хорошая девочка. Хорошая. Чё-то как это самое. Хорошая.
Этот конь весь тебя. Ой, шикарно. У нас небольшой перерыв. Игорь все еще на коне. Смотрите, это принц на белом коне. Как, зирочка? Зирка. Это зирка. А у меня была рыжуля. Очень красивое создание. Просто умная. Ты как, ты большая собака. Очень классная большая собака. Умничка. Привет. Привет. Собака. Привет, лапочка. Хорошая. Умничка. И лошадки. Это было шикарно. Как у тебя? Хорошо. Как тебе вообще коняшки, впечатления? Как брончик, только побольше. Как брончик, но побольше? О, да. Блин, они очень классные. Они вот как понимают интуитивно, они чувствуют, они такие теплые, очень теплые. Да, они очень теплые, но моя меня не слушалась вообще. Не слушалась? Mm-hmm. Скажи, какой-то мужик. Какой-то мужик. Какой-то залез, вот это, вот это, и что-то хочет. Хватит, прошло на время. Феминизм. Да. Классные. Потрясающие просто. А, так, если в целом по информации, я покупала, получается, на двоих катание с лошадьми. А, мне это обошлось в 1000 гривен. На двоих мы где-то час были, правда? Мы час, да. Да, мы час катались. А, нам рассказали, как обращаться с лошадью, как они, что. Начали сидеть. Да. Просто ходить. Ходить, рысь. Подожди, рысь и галоп, они же отличаются. Отличаются. Галоп — это прям быстро. Да, и мы ходили рысь, вот рысью. Просто вот так вот быстрым шагом таким. И посмотрим, какая у кого крепатура будет завтра. У меня уже есть. А у меня нет. Потому что я побольше, мне нужно больше напрягаться, может быть, чтобы подняться. Ой, ой, ой! Нет. Просто я правильнее сидела, и все. У тебя лошадь поменьше, тебе нужно и меньше что? Вообще этих, чтобы держать ее. Моя больше бегала рысью. Неправда. Правда? Неправда. Правда? Неправда. Правда? Нет, но в любом случае это было потрясающе, мне очень понравилось. Как для первого знакомства, да, помню. Да, мне тоже очень. Впечатление. Мяу. Я тебе лицо откушу. Но сначала упаду на него. Стой. Мне неудобно на тебя падать. Стой. А мне неудобно падать. Ну все. Ты вызлишь. К слову о том, что собакам, особенно большим породам, нужно стричь когти. Вот это вот прекрасное действие. Да. Оно еще зажило. Это результат как раз того, что позволяешь собаке прыгать на себя. Ты с ней играешься, ты наклоняешься к ней. Он точно развернулся просто, когда мы валялись. Ну да, но сам факт, понимаешь, если бы мы вовремя подрезали ему когти, если бы мы ему больше подрезали, то, возможно, этого бы не произошло. Ну, да. Вот. Когти длинные, это опасно, и нужно быть осторожными. Вот как бы... Доброе утро. Вот как бы это уже длинные когтищи. Еще вот такой вот этот вот пушок срезают. Ты спишь. Ты спишь, а я тебя обложу. Прости. Надо будет срезать тебе когти. Он неимоверно не любит, когда ему их режут. Это истерика, это паника. Это просто я вас поубиваю. Ну, короче, с собакой нужно за правило взять несколько вещей, что вовремя нужно стричь, вовремя нужно делать прививки, таблетки. Все это нужно делать вовремя, своевременно, потому что последствия будут и для собаки, и для вас. Еще я решила, когда я стану супер богатой, просто супер богатой, я куплю себе две лошади. Две. Черную и белую. Я представляю, ты приезжаешь, и в твоем распоряжении твоя лошадь, которая тебя ждет.
которая вот как твое домашнее животное, только оно не дома. Сколько стоит купить, конечно? Мне вообще кажется, это какой-то новый уровень богатства, когда ты можешь позволить себе купить лошадь. Не машину, а лошадь. В общем, если у вас будет возможность, будет ситуация, когда вы сможете покататься на лошади, не упускайте эту возможность. И я надеюсь, вы останетесь довольны. Харьковская филармония. Если не захочешь, я сожгу. Сожжешь сам, если что? Боже мой, это что за luxury life? Ну, вот как бы... Я не случайный семья, я богат. Ну, за вас? И на благо всех харьковчан. На благо города и всех харьковчан. Мы сегодня на вот этой прелести. Нет, не на этой. Ходили. Очень понравилось. Такие глаза у всех прекрасные. Прям потрясающе. Глаза? Голоса. Глаза. Глаза тоже. Спасибо. У меня тут рамен. Какой... А я выбросила уже спайси с кокосовым молоком и спрингроллы с уткой. Кокосово и остро. Просто остро. И оно... Это резина с подтапка. А ну отдай. Нет. Нет. А в роллах, как я понимаю, лапша, огурец, перец, утка, омлет и рисовая бумага. Это вкусно. Нет. Так, а еще ко мне приехала посылка, которая заменит мне вот эту мою расческу, которую я неимоверно обожаю. Это, по идее, натуральная щетина, но ее проблема в том, что спустя годы два эксплуатации, я не знаю сколько, вычистить всю пыль и все, что попадает, ворс, который попадает сюда, невозможно. Но приглаживает и расчесывает волосы, она идеально. Поэтому у меня на замену есть моя дорожная версия. Вот она тоже максимально волосатая уже. С пластиковой щетиной, которая, господи, эта расческа, я не помню, я ее за 50 гривен где-то купила в Ашане. И я решила попробовать вот эту вот хреновину, которая, ну, тоже пластиковые зубцы, как и в этой, которая расчесывает отлично, в отличие от той, где застряли. Как моя альтернатива была, это найти специальную такую чистилку для этого ворса, но я ее не смогла ни найти нигде, ни на китайских сайтах, ни у нас, поэтому будем пробовать вот это. Так, ну что выдающегося об этом можно сказать? Для меня важный момент, сколько волос она вырывает. И, может, если бы не белая, было бы лучше видно, но мне кажется, что немного. И
Я знаю, эта расческа не подойдет тем, кто сушит на браш, кто, может быть, накручивает. Ну, в общем, она не выдержит высоких температур и просто поплавится. В моем случае я это делаю не расческой, а просто феном. Но, несмотря на все, мне кажется, я бы взяла все равно вот этот свой браш, который с натуральным ворсом, и вот эту пластиковую штуку, чтобы они были все время в арсенале, потому что та, когда чистая, если ее вычистить, вымыть, то она отлично приглаживает волосы, не электризует и хорошо укладывает. Это же прочесывает отлично и удобно в мытье, то есть как бы на каждый день, на каждый случай. А вот браш я бы использовала чисто после укладки или для укладки, потому что он прям вездесущий. А на обратном пути нас сопровождает краб. Это, знаешь, кортеж из крабиков? Да. Все дойдем до клабика. Не, это этот краб-рейв. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-та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 н. Когда... Окей, Google, как купить лошадь? Ой, господи, этот мост сейчас не упадет тут? Я не знаю. Это похоже на аварийный участок. Кошмар. Замедлись немножко.